старая котельная для производственных нужд. И работала она, короче, на угле. Узкоколейные, короче, вагоны для загрузки угля. Смотрите, ширина пары какая. 720, скорее всего. Короче, производство уже как бы загнулось, а вот несколько вагонов на всякий случай оставили. То есть по специальной ветке сюда пригоняли уголь. И вот по этому подъему вагоны поднимались туда, наверх, в котельную. Потом вот с помощью таких механизмов открывался и сыпался уголь. Такая вот нехитростная система. На самом-то деле тут больше, наверное, нечего смотреть, потому что сама котельная, она, если даже и не работает, то она как бы закрыта, она законсервирована. Вот смотри, даже прожектор новый висит. Поэтому только как бы вагон смотрит. Сейчас еще там какие-то постройки совсем разрушены, наверное, их еще глянем. Вместо угля уже куча крапивы выросла. Или очень бы хотелось посмотреть, как это все выглядит во время работы. То есть как вот по этому уклону, причем уклон такой довольно немаленький, поднимается состав. Идет он, конечно, не локомотивным ходом, а короче, вот то, что мы там видели вот в этой вот будке, там стоит специальная лебедка, я понимаю, через блок, просто лебедкой все это тянет. Но все равно, я думаю, довольно эффектно выглядит. Так, жаль, что этого уже не увидеть. Ну, мы хотя бы можем увидеть то, что осталось. Пойдем смотреть дальше. Да. От этого здания мало что осталось. Короче, в этом здании задерживаться не буду. Это внутренне пойду, сейчас сделаю одну фотку. И поеду еще в поселке, помимо пожарной части, которая была в прошлом выпуске. Есть еще поселковая школа. Посмотрим, что за школа, как она сейчас выглядит.